Всем привет! Вы видите эту возмущающуюся физиономию? Я решила помыть клетку. Я для этого его обязательным порядком забрала. Он упирался, не хотел гулять. И вот теперь нам рассказывает. Какой Аркаша хороший, да? Аркашенька, а клетка грязная-грязная. Сейчас я буду мыть твою клетку. Аркашенька, да, Аркашенька. Аркаша. Ну, Аркаша такое уже курлычет. Аркашка, Аркашка, Аркашка полетел, Аркашка полетел. Да, немножко Аркашка, ну как, с рук на кровать. Ну, хоть чуть-чуть Аркашка, скажи. Аркашка полетел, Аркашка полетел. Аркашенька, говорящая птичка наша, да, Аркашка? Вот, а будет у тебя чистая-чистая клетка. Я вообще собиралась пылесосить, но смотрю, Аркаша вышел. Потому что Аркаша не всегда хочет гулять. И я решила этим воспользоваться, да, Аркадий Батькович? В общем, Аркашенька, гуляй, малыш ты наш. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!